дорогие друзья, должен подумать нормальный человек, увидев вот такую коробку? Ну, в смысле, что в коробке? Нормальный человек скажет, наверное, компьютер. Так, судя по габаритам, по всем делам. Но тут мы видим, с одной стороны, такой бантик. И мы знаем, что у нас сезон праздников, у нас Thanksgiving, у нас там скоро Новый год. И кроме того, тут вот эта надпись опасная. Вот тут написано «Wine Country». Gift Baskets. Wine Country – это у нас тут на север, где вина выращивают. А Gift Baskets – это такие корзиночки с подарками. Анастасия, начинаем разгружать. Да, от кого? От кого вещь? От кого вещь? От кого вещь? От кого вещь? Лейблочки. А, я ее отодрал там. Ну, я знаю от кого. Это от нашего страхового агента. У нас есть такая Люся Логвинов. Она страховой агент. И вот так, это упаковка. Такие мягкие штучки. Мягкие штучки, это мешки, а в них какие-то еще и штучки. То есть они не рассыпные, а в мешке. Так, Настя, вы можете вынуть или это надо пониже опустить? А знаете, лучше ее опущу пониже. Пониже, давайте, поставьте на стульчик. Поставьте на стульчик, я уже вижу красоту. Ой, так, так, что же вы не мучите, Настя, вы не травите эту душу. Давайте. Ой, мама дорогая. Ой, да ну давайте ее на каунтер сюда. Вот. Корзиночка-то у нас не простая, а железная. Ну, в смысле, металл какой-то, нет? Нет. Металл. Хотя да, металл. Металл. Тут у нас какие-то сырочек копченый. Бутылочка раз. Бутылочка два. Бутылочка три. Вот такушки. Тут какие-то французские печеньки. Так, это большая коробка. Вот это большая коробка. Да, крекеры. Это написано крекеры, да. Такие ароматизированные крекеры. Ну, в общем, вот такое хозяйство. Мы пока не будем ее никуда девать, а так оставим, пусть стоит для красоты, а дальше посмотрим. Вот так дарят подарки. Это очень принято. Вот эти гифт-баскеты, это очень принято. Вот видите, они тут даже специально так прилепили такую, чтобы люди успели еще заказать. Кто увидит, скажет, хорошая корзиночка. Вы можете пойти на их веб-сайт и посмотреть, чего там есть и в какую цену, если любопытно. Счастливо!